А я для тебя шутка получается? Ладно, мутимся. Ну нахер. Убили. Двоих убили? В паровом котле нашел белый труп. Белый труп? Ну а что тебе сказать-то еще? Ну белый труп, да. А кого-нибудь видел рядышком? Ребят, я сейчас не скажу, но почему заметили только белый? Понятно. Расизм, блядь. Черный не заметили. Я черных просто... Так, ладно, подожди, по существу, кого-нибудь рядом видел? Я только тебя видел, больше никого. Значит, смотри. Меня рядом? Да, я около тебя пробегал. Ермак, это Слава. Ермак стоял, ничего не использовал. Слава? Нет, знаете, что мне кажется? Это Слава. Почему? Потому что я по камерам глядел. Я видел Олега, как он таски выполнял. Я видел Ермака, вот Славу я нигде не видел. Потому что я бы выследовал. Да. Ну, короче, я говорю... Это Ермак, он использовал. Потому что в первом саботаже ты не нажимал на кнопку. Я подошел нажать, алло. Потом кто-нибудь подойдет. Я ждал первого не было. У меня было ожидаем, блять, второго. Я такой, ну ладно. Зевс стоят он сразу. Не знаю, никакого Зевса. Ладно, мутимся. Thank you.
Ну? Окей, я согласен. Я починил сейчас только что модуль коммуникации. Смотри, ну, либо Олег очень тупой, либо это не Олег. Почему? Потому что если бы Олег... Я все починил. Я починил сейчас модуль коммуникации, чтобы вы нажали на кнопку. Так. Товарищи! Чё? Вика, секунду, сейчас мы закончим, секунду. Понимаешь, если бы Олег, ну я не знаю, может Олег, конечно, очень тупой. Зачем, не знаю. Зачем мне чинить? Хорошо, вот логику включи. Хорошо, зачем? Хорошо, тогда ты включи логику. Мы были с Олегом наедине, он мог меня убить и выиграть. А ты знаешь, что такое КД после голосования? Минута там, не минута, 45 секунд. Он а, не мог ты тебя не думал, убить. Что пока был этот, как называется, ждали пока починят комы? Там не прошло 45 секунд. Я думаю, это Dark Lord. Молодец, Борис. Сука, три раза подряд, ну как, ёб твою... Серьёзно? Как три? Да, я тебе сказал. Я доверился этому. Зев стоял на первом же саботаже и нажимал кнопку 1, когда я побежал, Ермак только тогда нажал, чтобы выполнить саботаж. А вы кикнули меня? Три раза подряд, блин. Ты, Ермак, а ну-ка, ломай свои щиты, ты уже заколебал. Короче, в следующий раз просто... Я был в исследовательстве. Прям прям труп, прям вот прям напротив реактора был. Угу. Кто был? Подожди, стой. Вот мы сейчас все туда бежали. Кто уже мне там стоял? Мне кажется, это Оранж, потому что он там оказался во-первых. Да. Вот я вот тоже вот. Думаю, что он, потому что он уже там стоял. Раньше всех, и там еще был труп. Это Оранж, это 100% Оранж. Подожди, стой. Можно я скажу? Еще такой вариант есть. То, что тот, кто его убил, мог кинуться в вентиляцию, потом со всей Аравой тоже мог побежать туда. Кстати, да. А Оранж мог просто самый первый туда забежать. Скажем так, я в Decanter после Decamination просто стоял у этой штуки, ждал вас. Смотри, когда мы подбежали к двери, мы не могли сразу на кнопку нажать, потому что она перезагружалась. Видимо, потому что Оранж сам по двери бежал. Да. Возможно. Поэтому я пока скипаю. Я скипаю тогда. Я за оранжевого голосую. Не, я просто это... Не факт, конечно. Мало доказать. Десятка, честно. Не, ну вот вентиляция это вот... Ну не знаю, если я был убийцей, так поступил бы. Не, ну он... Окей, ладно, мутимся.
Ильнур прям на моих глазах убил, сука! Это Ильнур и Ермак. А, это опять Ильнур. И знаете, в следующий раз тупо кикаем Ильнура и Ермака сразу. Да, подтверждаю. Слишком часто. Зевс, как я тебя убил? Ты говоришь постоянно... Не знаю, ты... Ты в 10 метрах от меня стоял и убил меня, как грёбаный джедай, задолбал. Не понял. Я тебя обычно убиваю, ты говоришь там ножом, типа, или там еще чем-нибудь. А сейчас чем? Ты меня сейчас шею свернул. Вот сейчас мы... Слышь, Дарклор? Давай. А, смотри. А, то, что мы вот проезжаем, и двери открываются, у них тоже двери открываются просто так. Да, и хватит, пожалуйста, это бесит. Ребят, хватит, пожалуйста. Это реально бесит. Это норма. Ребят, у меня вопрос. Вы включили анимации? 99%, что это Зевс. Почему? Первый Зевс, у тебя не было анимации, ты просто так стоял. Да. А анимации включили, да? Да. Ну. Да, тогда это Зевс, я тоже это видел, у него не было анимации. Да. Но это не точно, в смысле, хуй знает. Все, отключился. Ой, блин, я забыл, Виктория. Татори. Мы починили, типа, я пошел в чиночку. А там, оттуда убегала Тори. Ну, это Зевс и Тори, значит. Все, баним я... тогда сейчас еще Тори. И двоих сейчас кикаем и выиграем, по идее. Но это не точно. Да. Этот чел was addicted. Да, хотя бы это не могли перевести. Что? Ну это Тори, да, но... Вы Тори не кикнули, что ли? Я говорю, это Тори. Да ты вообще ливнул, молчи. Я случайно, мне нужно было.
Это как бы то есть 100%, она просто от трупа убежала к коллегу. Мы с тобой, да, Слава, сейчас подбежали к ним? Я, блин, всеми силами останавливался от кнопки этого голосования, без конца саботаж включал, блин, и все равно, блин, труп обнаружили. Соп, ты можешь включить саботаж, когда призрак? А че Ермак? Ермак до сих пор замучен. Да, ты можешь включать саботаж. Я могу просто. Мне опять просто шею свернули, нахуй. Я просто бегу такой, короче, цветочки полить, знаешь, такой мне просто... Это Эльнор. Че это было? Че это было сейчас? Это Эльнор, это Эльнор. Это Эльнор. Это Эльнор. Нет, смотрите, в чем прикол. Там стоял я, Эрмак, Эльнур и Тори. Эльнор отошел, убил Тори и зарепортил. Это Эльнор. Я подошел, умный. Это Эльнур. Это Эльнур. Это Эльнур. Это Эльнур. Это Эльнур. Это Эльнур. Отвечаю, Боря. Боря, как ты так играешь, чтоб ты сгнил? Да-да-да. Бля, это нагло, пиздец, конечно. Вы чё тут? Боря! Серьёзно? Минус один предатель, нормально. Где ты, мысль? Ладно, мутимся. Где труп? Прям под кнопкой, где на саботаж был, и как это, прям под ней лежал. Вот прям под кислородом, там, где мы заспавнились, прям под ним лежал. То есть я сейчас уверен, то, что если бы я прошел дальше, там, где мы заспавнились, там как раз убийца был. Ну а зачем ты тогда нажал, надо было пройти и посмотреть? Потому что я боялся, что меня он убьет, потому что я не знал, сколько там труп этот лежит. А, все, понял. Ну, подозрения есть какие-нибудь? Я, честно говоря, никого не видел. А, я видел этого черного в реакторе. Я в реакторе был, братан, да, не выполнял задание. Да. Не, я в смысле, я говорю то, что это точно не черный, потому что когда я туда уходил, да. Ты меня напугал, блин. Белый, оранжевый. Ну, я насчет тебя еще, конечно, тоже думаю. Не, ну, ради бога, я думаю, что... Я не знаю, на кого или белый, или точно не черный. Я полагаю, что это дед. Ладно, я скипаю. Я тоже скипаю. Жанна, кислород, алло. Я единственный на кислороде был. Я он бежал, имеет в виду. Ну ладно, мутимся.
Боря, потому что он вылез из люка. Я был в реакторе, там никого не было, я прочекал, и тут он вылезает из люка. Это ложь, Боря. Это наглая ложь. Это, ребят, это Валя. Это, кто это из них Боря? Кто из них Боря? Давайте кто из них Боря? Это Валя. Не, подожди, стой. Я уверен, что это не черный. Я уверен, что это не черный, поэтому я буду голосовать за оранжевый. Тогда оранжевый, тогда оранжевый. Хорошо, ребят, если это не Боря, кикайте меня. Давай оранжевый, если это не он, то черного. У нас получается один сейчас маньяк. Можете меня сейчас, конечно... Оранжевый. Все, значит, сейчас, если игра не заканчивается, мы кикаем черного. Окей, без... Вы еще кикаете черного, потому что... Какого это не нужно будет? Валя, ты даун. А ты откуда там был? Ты откуда там был? Валя, ты даун. Где ты там сидел? Боря, где ты там сидел? Скажи, я тебя вообще не увидел. Валя, ты даун. Боря, где ты был? Скажи. Боря, скажи, где ты там был? Ты даун, Валя, ты даун. Валя, ты даун. Валя, ты даун. Ты даун. Ты Ермак просто разбил на два пальца. Валя, ты реальный даун. Валя, ты даун. Кто бы говорил, Боря? Как ты бикту убил? Можно рэп сделать, Боря, Валя, ты даун, не подбит. Валя, ты даун. Где ты там был? Все стоят, просто все стоят, такие в кучке, 4 человека. Я просто вижу, короче, Эльнур дернулся, я такой, хоп, убийство. Я знаю, что все его обвинят.